Привет, друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале Анны Франк в Нидерландах. Надеюсь, вы потихоньку подписываетесь на наш канал. У нас много всего интересного. Посмотрите, например, какие у голландцев классные хобби есть. Вот одно из хобби – это лошади, пони. И вот смотрите, сколько здесь пони, какие они милые. Сейчас у них как раз время кормежки в районе 4 часов. 4-5 вечера. Вот они как раз кушают свежее сено. О, как ты фыркаешь. Смотрите, какая челка у него. И вот беленький какой мохнатый. О, и ты ко мне идешь. Идут общаться. Смотрите, какая длинная челка, классная. Мохнатые, пушистые такие пони. А вот в пятнышках, смотрите, какой. А ты за мной прям следом идешь. Ты идешь за мной следом. Смотрите, какой мил. Ты идешь со мной. А ушко какое? Такое ушко мохнатое. Не знаю, хочет ли он, чтобы я его потрогала, но идет просто не отставая. Красивый такой, с белыми боками. Вот такой. А может быть, он следит за порядком? Ты следишь за порядком, может? Ой, какой красивый, смотрите, какие глазки, какие красивые. Смотрите. Здорово. Можно тебя погладить или нет? Можно погладить тебя или нет? Погладить можно? Можно, разрешил. Классные какие пони, смотрите, друзья. Вот так вот. Вот такие хобби классные, пушистые у голландцев, да? Такие хобби у них. Вы хобби? Вы чьи-то хобби? Вы чьи-то друзья? Видите, какие они такие низкорослые, мохнатые, пушистые. Это явно какой-то прям вожак. Смотрите, вот он точно вожак стаи. Везде идет, следит. Кто же так к нам такой пожаловал? Ну, здесь они пьют, видите, водичка у них. Всего доброго, друзья. Ставьте лайк нашим видео. И до следующих встреч. Пока-пока. Будьте здоровы, счастливы, благополучны. Всем мира и добра. Да? Пока-пока.